Профессия «учитель» – уникальная профессия. Она считается одной из древнейших, но продолжает оставаться востребованной и на сегодняшний момент. 5 октября все учителя отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этой даты педагогов Славянского района поздравили в городском доме культуры, где побывала и наша съемочная группа. Учитель – одна из самых почетных и в то же время ответственных профессий. В руках этих людей самое ценное, что есть на земле – дети. И от того, как их воспитают, какие знания и навыки им дадут, зависит и наше будущее. Педагогов Славянского района приехал поздравить заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский. Решите в этот день искренне от всего сердца поздравить вас с днем учителя. День учителя – это не просто праздник тех, кто посвятил себя учению, воспитанию подрастающего поколения. День учителя – это праздник всенародный. Это праздник наших пап и мам, которые подарили нам жизнь, научили нас прекрасному и вели и ведут нас по жизни. Это праздник нашей первой учительницы. Это праздник тех, кто отдал частичку души по жизни, пока мы росли и проходили становление. Почетное звание «учитель» в нашем районе носит около 1500 человек. Учителя школ, преподаватели профессиональных и высших учебных заведений, тренеры спортивных школ, учителя дополнительного и дошкольного образования. Всех этих людей объединяет безграничная преданность выбранной профессии. Ваш благородный труд навсегда оставил в каждом из нас прекрасный след. Мы помним, как мы пришли школу, первый класс, как вы нас научили всему доброму, научили нас писать, читать, как выпустили из школы большую, интересную жизнь. Все это останется навсегда в нашей памяти. Учитель по призванию, так говорят о Марине Емельяновой и ее коллеге. Более 17 лет она посвятила ученикам школы номер 43, преподавая русский язык и литературу. Главное для нее – работать в родной школе с любимыми учениками. Я люблю, когда у детей горят глаза, когда я вижу, что у них получилось, и тогда вот эта энергия передается мне, и я тоже счастлива вместе с ними. Вот эти моменты единения, наверное, с детьми, они просто неповторимы. Какой же праздник без подарков? Учителям со стажем и тем, кто только начал свой трудовой путь. Директорам школ, одним словом, всем тем, кто свою жизнь посвятил благородному и благодарному делу – учить детей. Вручили почетные грамоты, премии и цветы. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».